animal. Всем привет, с вами Найти Пламбер, и сегодня я вам покажу, как установить массив и как исправить бесконечную установку. Во-первых, вам надо зайти на сайт samplepro.ru, промотать чуток вниз и скачать торрент файл. После того, как вы его скачали, у вас будет тут такая папка. Нам нужен здесь только bin файл. Его надо запускать через Ultra ISO. Когда вы запустили этот файл, у вас будет тут три файла. Их извлекаете в отдельную папку. В этой папке у вас появится уже сам установщик. Его запускаете от имени администратора. Нажимаете здесь «Далее», галочку ставьте. Далее здесь выбираем VST плагин. Далее здесь ничего менять не надо. Next, и смотря какая версия у вас Windows, меняем путь. У меня путь вокальный диск C, Program Files, ImageLine, PL Studio 10, Plugins, VST. В эту папку устанавливаете. Нажимаете Next, и опять же Next, и у вас пойдет установка, она не будет бесконечная, потому что я качал еще другие, они сразу были распакованы, и нифига не устанавливались, была просто бесконечная установка. Такой способ не помог. Когда установили массив, заходите в FL Studio, Channels, Added One, More, нажимаете Refresh и Fast Scan и ставите галочку. Сейчас посмотрим, как он работает. Вот он массив, сейчас он прогрузится. Вот. Он есть. Как видите, все работает, поэтому если вам помогло это видео, то ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!